Гигантская очередь на заселение выстроилась в сочинский отель. Как сообщают местные информационные агентства, сотни туристов несколько часов провели под палящим южным солнцем в ожидании оформления документов в свои номера. Температура воздуха в Сочи сегодня плюс 28 градусов по Цельсию. Для отдыха на побережье весьма комфортно, а вот сидеть на чемоданах уж точно не досуг. Напомним, с 21 июня на Кубани сняли карантин. В Краснодарском крае возобновилась работа всех гостиниц и отелей. Теперь в регион могут приезжать отдыхающие со всей страны, что они и делают. Анастасия Рябова, «Время новостей».